Yeah, ay, yeah, ay. Мягко говоря, не самые простые условия сегодня для игры, но не отменять же такой матч. Для вас на комментаторских позициях сегодня, как всегда, Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Испанский футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Ла Лиги Сантандер нас ждет. Это Алавес против мадридского Реала. На стадионе сегодня замечательная атмосфера. Болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретное сказать сейчас вряд ли представляется возможным. Но я думаю, что команды хорошо готовы, изучили друг друга. И нас сегодня порадуют. Лукас Перес. Депортиво Алавес начинает игру в таком составе. Тренер выбрал классическую расстановку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. Вперед идет атака. Интересно может быть. Хорош защитник в отборе сейчас. Мяч отобрал. Реал начинает игру в таком составе. А почему, кстати, ложная девятка, а не десятка, например? Потому что десятка – это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка – это тот, который атаки завершает. Родригес. Хамес. Блокирует он удар. Очень высокая плотность верхней части таблицы на данном этапе. Не удается ни одной команде уйти в отрыв. Если так и дальше пойдет, Георгий, концовка чемпионата будет ого-го. Эден Азар имеет все задатки, чтобы стать одним из лучших игроков Европы. Многие его чуть ли не с Месси сравнивают. Ну, до Месси ему еще очень далеко. Хотя игрок, безусловно, интересный и незаурядный. И главное, продолжает развиваться. Так что теоретически все возможно. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Прилично до ворот, и все же он решил отсюда пробить. Забирает мяч голкипер после очень даже неплохого удара. Любомир Фейсон. Вводит мяч у них. Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. И прекрасный пас от Хамеса Родригеса. Нет, не получает эта атака развития, и придется начинать все сначала. И буквально подарил мяч сопернику. Лукас Васкес. Лукас! Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Тренер понимает, что это упущенная возможность выйти вперед, но как минимум ее команда создает моменты. Мариано. Васкес. Мариано. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Хорошо, атака развивается. Любомир Фейс. Олеж. Играет в пас команда. Видаль. Можно подать. Как отлично он мяч перехватил. Лагвардия.
Реал Мадрид – традиционный фаворит испанского чемпионата. И прямо сейчас Реал возглавляет таблицу. И имеет все шансы на то, чтобы выиграть в конце сезона. Хорошо играет Куртуа. Хамес Родригес теряет мяч. Мяч вперед идет к чужим воротам. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Казимир. Отличный шанс есть для контратаки. А ведь как все хорошо начиналось, но в итоге мяч практически подарили сопернику. Теперь мячом владеет Реал. Азар. Мариано Диас. Хамес Родригес. Какой прекрасный пример отбора мяча. Лукас Перес. И дает арбитр. Тут играть остаются они с мячом. Любомир Фейса. Парашютиком хотел забросить мяч игрок в сетку. Спорное решение, мне кажется. Знаешь, Георгий, а я бы все-таки предъявил претензии к исполнению. Положа руку на сердце, хочется попросить команды хоть что-то показать в атаке, хоть пробить, хоть какой-то обостряющий пас сделать. Статистика врать не будет, и она сейчас на данный момент удручающая. Хорошо, он вперед идет. Отдает он передачу. И навесить тут нужно. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Нельзя сказать, что он сегодня блещет на поле, да, Константин? Он совсем ушел в тень, и на поле его почти не видно. Да, нельзя ждать, что нападающий все матчи будет проводить с полной отдачей и на одном уровне, но сегодня он абсолютно незаметен. Нужно активизироваться и все-таки помочь своей команде. Лукас Перес! Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Мяч потерян, и на этом контратака их заканчивается. Лукас Перес. Нужно забивать и выходить вперед! Какой отбор важный! Мариано Диас. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Азар с мячом. И сейчас этот аут для соперников Реала может быть очень опасен. Хамес Родригес. Катают они мяч. Заблокирован удар. Можно забивать. Не получилось тут толком мяч выбить. Здорово защитник выносит мяч. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Второй тайм начался с мячом Реал Мадрид. Казимир. И мяч на фланг отправляется. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Хорошо, он в пас умеет играть. И подача туда, в сторону ворот. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Хорошая атака. Завершается, потому что арбитр на линии увидел офсайд. Теряет мяч Реал. Хамес Родригес. Мариано Диас. Может получиться интересная атака. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Казимиро! Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось.
Если можно, пару слов об Азаре. Как он тебе сегодня, Константин? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Подача на Азара, он штрафной. Хороший удар, чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ ворот. Тренер видит, что это была великолепная возможность выйти вперед. Жаль, ее игроки этим не смогли воспользоваться. Как здорово он игру читает. Азар. Васкес. Ну, решай же! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Количеством они будут брать в обороне. Сложно пройти к воротам сопернику. Можно навесить сейчас. Казимиро. Эден Азар! Блокирует удар игрок. Будет сейчас у Реала возможность выйти вперед. Угловой они подадут. И в центр штрафной подача. Как отлично он действует и выручает свою команду. Казимиро. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пас на ход может быть интересно. Отдает он мяч партнеру. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отличный пас прошел. Эден Азар. На ближнюю навес. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Знатный гол получился, что и говорить. Великолепный кросс с левого фланга, и оставалось только замкнуть эту передачу. Да, разыграли просто сказочно. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Гол в такой напряженной игре способен взбодрить и команду, и тренера. Для нее этот гол – надежда на благоприятный исход матча. Реал выигрывает, что, в общем-то, не удивительно. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Лукас Перес. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отдает он передачу. Навес напрашивается. Классный отбор, можно играть. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Затянули контратаку, и соперник уже успел перегруппироваться. Отличный отбор, но кому достанется мяч? С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Не получилось у них мяч удержать. Тащит вперед мяч. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Плохо сыграно, мяч потерян. Азар. Азар. В игрока мяч попадает. Не игры, оказывается, команда. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли.
Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Федерико Вальверде. Лукас. Казимиро. Как здорово он игру читает. Арбитр назначает штрафной. Удержать победный счет или его увеличить? Тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены. Девять минут играть в основном времени этого матча. Казимир. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Видаль. Тут контратака может получиться. Мяч еще у них, но контратака не получилась. И разрезающий пас на ход. Отбивает мяч. Я сейчас закончу вообще все! Браво нападающий, подкараулил этот отскок, сориентировался, а вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Снова равенство на табло 1-1. Азар с мячом. Основное время заканчивается через 3 минуты. Кросс. Эден Азар. В эти последние минуты матча Реал все-таки не теряет надежды, идет вперед. Шанс еще есть. Будешь навешивать, а? Мариано Диас. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Ну вот и он, финальный свисток.